Богадельня. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое богадельня? Богадельня – это благотворительное учреждение, предоставляющее во имя Божье по любви к Богу и ближнему кровь, заботу и содержание представителям социально незащищенных слоев населения, инвалидам, престарелым, немощным, увечным и выздоравливающим. В Россию богадельни вместе с христианством перешли из Византии. И уже со времени правления святого князя Владимира церковный устав упоминает о них и заведование ими поручает церкви. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!